Почистить гравий, убрать мусор, расставить остановки. Капитальный ремонт вокзальной площади практически завершен. Территория теперь разделена на зоны, которые разграничивают движение общественного транспорта, личных автомобилей и пешеходов. Троллейбусы будут заезжать на площадь Шереметьевского проспекта. Весь остальной транспорт с улицы Калинина. Меняется улица Калинина от участка Карла Маркса до улицы Станционной. Она будет двухсторонней. Второе. Сквозной проезд по вокзальной площади будет запрещен. Третье. Установка светофорного объекта на перекрестке Шереметьевский проспект Карла Маркса. И четвертое. Это заезд на автозаправочную станцию будет осуществляться со стороны улицы Шереметьевского проспекта и выезд мимо магазина «Кенгуру». Контракт истекает 31 декабря. Подрядчику не хватило всего 7 погожих дней, чтобы объект полностью сдать. Из-за непредвиденных обстоятельств строителям придется вернуться на площадь весной. Основные проблемы, наверное, это выявились в ходе земляных работ, поскольку мы находили коммуникации, да, то есть колодцы, даже подземный ход, которые нигде были не обозначены. Вот потом приходилось принимать решение непосредственно на ходу, да, то есть перепроектировать, перекладывать эти коммуникации, перекладывать колодцы, да, перекладывать кабеля, которые не были на съемке никак не обозначены. То есть основные, наверное, были проблемы эти. На май переходит немного работы. Положить верхний слой асфальта и небольшой участок плитки. Со следующей недели площадь начнут готовить к открытию. Движение троллейбусов через ЖД вокзал будет восстановлено до 25 декабря. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.